Всего в области с утра открылись 536 избирательных участков. В трехдневном голосовании может принять участие 482 тысячи и еще один житель Новгородской области. Именно столько у нас зарегистрировано избирателей. Три дня дают возможность развести потоки людей, что важно с точки зрения антиковидных мер. Кстати, именно на этом сделан особый упор в работе избирательных комиссий. В единые дни голосования все избирательные участки работают в одном режиме с 8 часов утра до 8 часов вечера. Так что все будут работать 12 часов подряд. И вполне при желании всем хватит времени для того, чтобы проголосовать, даже если в эти дни намечена поездка на дачу. В этом году выборы в региональный парламент и в Государственную Думу проходят с соблюдением беспрецедентных мер безопасности, в том числе и эпидемиологических. На всех участках установлены стойки металлодетекторов. На входе избирателям проверят температуру и выдадут индивидуальные средства защиты. По новым правилам проверять документы, удостоверяющие личность, и списывать данные будут из рук владельца. К тому же три дня голосования позволят равномерно распределить людей по времени и избежать большого скопления желающих принять участие в выборах. Избиратели, во-первых, будут рассредотачиваться на эти три дня, а во-вторых, конечно, мы постарались, наша участковая комиссия и наша комиссия области постаралась обеспечить все возможные защитные меры, чтобы никто не заразился. Во-первых, дают одноразовые ручки, перчатки, есть возможность померить температуру на входе. И понятное дело, что мы столы расставили в рамках 1,5 метра друг от друга. Антонина Васильевна – коренная новгородка. Восстанавливала областной центр после Великой Отечественной войны и, можно сказать, отдала всю жизнь любимому городу. Признается, всегда принимает участие в выборах и считает это возможностью непосредственно влиять на формирование органов власти в государстве и на территории области. Я всегда голосую, всегда. Наше поколение вообще такое поколение, хорошее. Несмотря на ранний час, жители Великого Новгорода уже с самого утра начали подходить к избирательным участкам. За ходом голосования следят наблюдатели. Их делегировали почти все партии, претендующие на места в Государственной Думе и областном парламенте. Ирина Ускова, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение.